Я приветствую вас, дорогие мои друзья. Будем сегодня заливать свечу на богатство. Свеча будет приносить деньги, да, и будет отжигать негативные программы. И будет приносить счастье и удачу. И, естественно, само собой, основная цель этой свечи – это богатство. Ты пока ставь лайк и подпишись, если еще не подписан. У меня немножечко есть воска готового. Травку я взяла. Это у нас пижма. Пижма на деньги. Цедра лимона. Травка денежная. Отжигание негативных программ. Это у нас, естественно, полынька. Все необходимые заговоры, когда сделаны, на растопленном воске добавляем травушку. И сейчас будем заливать молду. Так как много травы, гореть и полыхать будет просто великолепно, что называется. Поэтому такую свечу лучше ставить на фольгу, на тарелку, потому что... Ну, что потому что? Потому что так надо. Ждем, когда застынет, и я вам покажу свечу на... богатство. Какая она получилась? Заговор у нас был уже, заговор, чтобы свеча отжигала негативные программы. Итак, посмотрим, что у нас получилось с нашей свечой на богатство. Молда кажется большой, но когда мы смотрим на то, что там получилось, получился у нас вот такой божок богатства и изобилия, который которого надо чесать по пузику. У него тут полная чаша в ручках. Он смеется, улыбается, приносит счастье, радость, удачу и успех. Вот это у нас все на богатство. Он такой у нас зелененький. Я его отдельно еще после заказа специально для вас заряжу. Заряжаю. Индивидуально, персонально. Помимо того, что он уже заговоренный, уже приносит деньги и богатство, и счастье, и удачу, и успех, и изобилие, и благополучие. Ну что, кто не успел подписаться, подписывайтесь. За свечами вас жду. Конечно же, желаю вам, как всегда, удачного дня, хорошего настроения.